не способны нами манипулировать. Животные это могут. Я говорю не о тех, о ком мы даже не слышали. Насекомые, земноводные, даже кошки это умеют. Ерунду не неси. Это правда, клянусь. Кошки специально цепляют паразитов, которые вызывают токсоплазмоз. Потому что тогда их мыши бояться не будут. Зачем это кошкам? Чтобы есть. Мышь, которая не боится, удобная добыча, ее ловить не нужно. Считай готовое блюдо. Да это чушь. Не чушь. Нет, полная чушь. Вовсе не чушь. Не мышь инфицирует людей, инфицируют их коты. Почти каждый на этой тупой планете завел себе кошку. А человек, он в 1000 раз лучше дюжины полевых мышей. Регулярно кошкам мисочки наполняет. Только у Кэрол Бейкер в доме пристроилось 10 хитрых кошак. Серьезно? Да. Она сумасшедшая. А кто спорит? Оставьте Кэрол в покое. Она славная старушка. Просто я одинока. Нет. Кэрол Бейкер теперь не Кэрол Бейкер уже. Она рабыня этой своры котов. Это худшая неделя в году. Все студентки уехали, и я тут с вами сижу. Чёртовы придурки. Да, купи себе кота лучше. Ты домой? Подбросишь? Да, я домой, Дейл. Я с тобой. Пока, Джерри. То же случилось с палатином 100 с лишним лет назад. Он не был захвачен и потоплен пиратами. Нет, нет. Просто всплыл какой-то обитатель глубин и заразил всю команду паразитами. Все сошли с ума, прыгнули в воду, и он съел их. Всем известно, что такое симбиоз, зависимость. А теперь правительство использует паразитов и вводит их с вакцинами детям. Что ты делаешь? Отстегиваю тебя. Зачем? Когда я врежусь в столб, ты вылетишь в окно, и мне не придется слушать твой непрерывный бред про 11 сентября, химиотрассы и о чертовых людях-ящерицах. Вот зря ты так. Людей-ящериц не бывает. Черт! Еще жива. Какого черта она спикировала? Что ты ищешь? Прекрати страдания. Хочешь, чтобы я ее убил? Это гуманно. Чего тебе стоит? Сдохла. Ты уверен? Садись в тачку. Во дворе. Пес лаял. Пап, очень опасно бродить во сне. Да, да, да. Очень опасно. Ты видишь, я уже в кровати. А если когда-нибудь ты в таком состоянии сядешь в машину и разобьешься? Ты желаешь мне сладких снов. И кроватку без клопов. Катись-ка отсюда. Мне сегодня не очень удобно. Пол один не сможет? Шеф требует, чтобы ты была. Ну как же без меня?
Но я должна вести дочку в школу. Мам? А потом заскочить к отцу и брату на остров. Простите, но сегодня ничего не получится. Слушай, я думаю, что все это решает. Ты просто не говори своим, что будешь на острове. Да, но в этом нет смысла. Остров Блок слишком маленький. Мама, я не хочу тост. А что ты хочешь? Хлопья фрути. Нет, молока. Опять забыла купить? Эмили, ешь или тост, или хлопья с водой. Мам! Да, простите. Простите, но Пол прекрасно справится сам. Он обойдется без меня. У всех есть семейные проблемы. Я не хочу ссориться с тобой из-за этого, ясно? Да. Паром в 7:30. Постарайся не опоздать. Поработаем вместе? Привет! У нас новый работник? Поздоровайся с Полом! Привет, Эмили! Наверное, ты рада побывать дома? Да! Давно там не была? Очень давно. Со дня похорон мамы. Мой брат просто такой... неважно. Придурок! Эмили, только не вздумай сказать этого дяде Гэри, ладно? Пап! Пап! Причал Линча по ATM. Прием. Папа, это Гэри. Где ты? Прием. В нашем доме пожар. Отец, проснись! Это частота для оперативного использования. Знаю, можешь не продолжать. Мой брат не придурок. Просто изменился после смерти мамы. Гэри, он стал нервным. Где ты был? Решил с утра порыбачить. С утра или с ночи? Пап. Пришвартуешь другой конец или мне самому это делать? Ты можешь вспомнить? Было темно, когда выходил? Алло? Привет, папа. Я на острове. Можно к вам завалиться на пару дней? Мы будем рады. Что, и Эмили с тобой? Остров совсем другой в это время года. Летом здесь 15-20 тысяч живет, а сейчас вряд ли тысяча наберется. Зато легче дышать. Да, возможно. Так, что случилось на побережье? Там с рыбой что-то произошло. Тонна мертвой выбросила на берег. А точнее? Сложно сказать. Может, 9 или 10. 9 или 10 чего? Рыб? Тон, сынок. 9 или 10 тонн. Когда это произошло? Вчера? Не только вчера. Она гниет. Эмили, не трогай ее. Иди сюда. А что значит не только вчера? Каждые несколько дней новый косяк. Билл Райан собрал целую сеть в субботу. Анна Миллер обнаружила еще один 3 недели назад. Ты помнишь? Thank you.
Наконец-то вы разберетесь с этим дерьмом. Весь Уэст-Бич тухлятиной провонял. С дерьмом? Дерьмо – плохое слово. Гэри. Что их могло убить? Скорее всего, гипоксия. А это что? Когда очень большое количество рыбы находится в одном месте, тогда слишком быстро истощается кислород в воде. И что, они тонут? Типа того. Они задыхаются. Задыхаются? Удивительно. Да, случается. Тебе агентство сняло шикарный отель? Да нет, я вернусь обратно на пароме. Еще не хватало. Оставайся у нас. Не хочу вас стеснять. У нас в доме полно комнат. Вы с Одри ляжете в гостевой. Пап! Боже мой. Что? Извините, мне надо выйти. Ты с ума сошел? Что? Он мой подчиненный, понимаешь? Да, папа, это прокол. Кому это мешало? Это полностью исключено. Я просто подумал, что Эмили пора бы найти отца. Пап. Эй, Пол! Давай подвезу до парома. Нет. Я его подвезу. Ты присмотришь за Эмили? Ну что, такие пойдут? Эти слишком маленькие. Вот. Лепим шарики. Они прямо кайф для рыбы. Какой кайф? Ну, вроде кокаина или травки. Теперь наберись терпения и следи за рыбой. Вон та нам подойдет. Где? Там. О, слушай, знаешь, с рыбалкой не выйдет. Что с ними случилось? Давай лучше на крошке половим лягушек в пруду. Ладно. Пап, выключи воду. Ты что-то сказала? Ты здоров? Вполне. Что происходит с папой? Ты о чем? Сейчас застала его в полной прострации. Он здоров. Не похоже. Я забочусь о нем, Одри. Я тебя ни в чем не обвиняю. Я просто... Он постарел. Приезжала бы почаще, заметила бы. Конечно. Прости, я не хотела обидеть. Папа в норме. Зубы почистила? Да. Если что, ищи меня в гостиной. Ладно. Если замерзнешь, свитер в рюкзаке. Стой! Что это? Ничего. Где ты это взяла? Дядя сказал, их можно оставить. А, так вы их ловили. По-твоему, они не скучают по своим семьям? Дядя Гэри сказал, что ты постоянно достаешь животных из воды. Это другое. Большинство из них мы отпускаем. Но не всех же. Почти всех. Некоторые умирают. Ты думаешь о рыбе, которую видела на берегу? Знаю, тебя это испугало. Но большую часть рыбы, что мы достаем из воды, мы через пару дней отпускаем. Мы их просто исследуем. Изучаем их, чтобы им стало лучше. Мы помогаем жить рыбам. Как ты им помогаешь, если некоторые мертвы?
Конечно, это звучит странно и страшно. Но доставая из воды рыбы, изучая их, мы тем самым помогаем остальным рыбам выжить. Мы поступаем хорошо. Я тоже хочу им помогать. Успеешь. Ей приснился кошмар. Эмили, все в порядке? Что случилось? С тобой все хорошо, милая. Ей, верно, кошмар снился, и она упала. Все в порядке. Что все это было? Наверное, кошмар приснился. Проснулась в незнакомом месте. Нет, нет. Что-то не то с папой. Что он у нее делал? Ты на что намекаешь? Ни на что. Но он испугал ее. Он сегодня сколько выпил? Он ничего не сделал. Мы с ней уедем завтра первым же паромом. Одри, ты себя накручиваешь. Ей снился кошмар. Что в этом такого? Ей нет смысла торчать здесь, пока я работаю. Я ее увезу. Отец расстроится, если ты так уедешь. Останься на завтрак, ладно? Он не чудовище. Мам! Сейчас приду. Утром увидимся. Что ты делаешь? Мы собираемся. Одри, останься на завтрак. Если пропустим этот, следующий паром в полдень. О нем подумай. Он еще не встал. Разве? Его дверь закрыта. Черт. Что? Он ушел. Причал Линча ПТМ, ответьте. Он вчера вечером перебрал. Ему могло стать плохо. Причал Линча ПТМ, ответьте. Прием. Он не отвечает. Порой утром он выходит порыбачить. Я видела, как он ночью ушел. Ты уверена, что была ночь? Было еще темно. Рация не работает. Черт, что с ним произойти могло? Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй.
Человек пропал, упал за борт. Наши координаты 41-12 север, 70-52 запад. Это борт 18-01. Думаю, все, что надо, мы выяснили, ребята. Если он надел спасательный жилет, есть шанс, что береговая охрана его обнаружит. Но вообще-то будьте готовы к худшему. В это время года для пожилого человека каждый час, что он в воде, шансы уменьшает. И все? Теперь все зависит от береговой службы. Мы будем держать вас в курсе. То есть никто не приедет с материка, чтобы снять место преступления, собрать улики и все такое? В этом нет особой необходимости. Нет же никаких следов нападения. Вы серьезно? Гэри, если он накануне выпил и вышел в такую погоду... Он не был пьян. Ну, будь он трезвый, он бы поостерегся... Вы что, издеваетесь? Гэри. Здесь все раскидано, кто-то же это сделал? Ничего не взяли. Все снасти на месте. Рация тоже. Рация сломана. Нет, мы проверяли. Мы делаем все, что можем, Гэри. Клянусь. Но я знал твоего отца. Он уже попадал в неприятности, выпивая один на лодке. Сожалею, ребята. Всей душой сожалею. Том хороший мужик. Его будут искать до утра. На острове совсем не место святошам! Хватит. Мы ничего не добьемся скандалами. Да они даже пальцем пошевелить не хотят. Наши, блин, славные спасатели. Ты как? Я не знаю. Обыскали все побережье, никаких следов. Что Гарри думает? Что кто-то напал на папу. Кажется, у него всегда возникают конспирологические теории. Он хотел судиться с больницей после смерти мамы. Она курила две пачки в день. Итог – рак легких. А Гарри хотел засудить врача. Это же паранойя. Отказывается признать, что самый очевидный, простой ответ и есть верный. Наш отец сильно пил. И это его сгубило. Сломается только при сильном ударе. Это не говорит ни о чем. Надо нанять частного детектива, вызвать водолазов, чтобы проверили дно в районе. Там что-то произошло. Что ты ожидаешь найти? Уже прошли почти сутки. Я знаю, это трудно. Нет. Я должен все узнать. Хватит себя изводить.
Что ты здесь делаешь? Вам не нужна моя помощь? Слушай, у тебя хватает забот. Это отвлекает. Как там Эмили? Она задумчива. Хотя вряд ли понимает. Да. Твой брат заходил к нам сегодня утром. Был слегка не в себе. Заходил? Зачем? Хотел кое-что одолжить. Что именно? Ну, для погружения. Боже мой. Я думал, что ты в курсе. Прошло 38 часов. Если береговая охрана не нашла тело, разве Гэри сумеет? Что надо? Привет. Ты здоров? Да. Я беспокоилась о тебе. Одри, я здоров. Джен приедет через пару дней. Зачем? Она не видела папу 2 года. Хочет помочь. Считает, пора привести дела папы в порядок. Мне сейчас не до этого. Прости, Гэри. Но я тоже скорблю. И нам всем надо жить дальше. Нам надо держаться. Ну, в общем, я прошу тебя больше не погружаться. Мы еще не знаем, что с ним. Пустой гроб не похороним. Вы можете зайти. Это он. Оставить вас с ним. Как он умер? Мы это еще выясняем. Мы не хотим это знать. Нет, я хочу знать. У него все лицо разбито. Почему?
Эти многочисленные травмы на голове и теле, скорее всего, от ударов о подводные камни. Трудно сказать. Почему трудно сказать? Голову в шторм травмировать легко. Голова часто ударяется о воду, и кровоподтеки неминуемы. У живых и у мертвых. То есть... камни? Он просто бился о камни? Теперь это не выяснить. Привет. Такая беда, блин, с твоим отцом. Просто не верится. Я не хочу говорить об этом. Ну, тогда с Дейлом поговори. Он знает, что происходит. Я не хочу говорить с Дейлом. Эй, Дейл! Дейл! А? Черт. Эй, Гэри, я здесь. Спасибо. Гэри, одну секунду, мне надо поговорить с тобой. Эй, извини, мне пора. Я должен тебе 20-ку, я помню, скоро отдам. Эй, Гэри, я должен поговорить с тобой. Сейчас, Дейл, я очень спешу. Да, речь о твоем отце, он кое-что накопал. Эй, подвези меня! Черт. Ты как сам? Не очень. Много странного происходит в последнее время. Ты что-нибудь слышал о мертвой рыбе? Угу. А о том, что Энди Гулд на днях поймал? Мертвую рыбу? Птицу. Пару дюжин птиц. Да? Да. Тоже произошло в Арканзасе 3 года назад. 5000 птиц с неба упало. Мертвых. Осталось загадкой. Где ты это прочел? Странные вещи творятся. Птицы сдохли до того, как упали. Могло их что-то травмировать в воздухе? Где ты читаешь этот бред? Это писали. В журнале. Times. И на миллионе веб-сайтов было. Проверяй. Черт. Это везде случается. По всему миру. А не только здесь. В Швеции, Норвегии, Германии, Бразилии. Твой друг сообщил о мертвых птицах. Кому? Правительству? Чтобы в психушку затолкали до конца его жизни безвылазно? Может, правительство и устроило это дерьмо? Лучше сидеть смирно и не рыпаться. Серьезно. Все связано. Мертвые птицы в воде. Мертвая рыба в воде. Мертвый отец. Удачи. Thank you.
Он может снять квартиру в Крэнстоне за 800 баксов. Он там никого не знает. А здесь он кого-нибудь знает? Он знал папу. И все. Миллионеры приезжают летом. Круглый год одни психи живут. Что он будет делать на материке? Жарить бургеры, полы мыть, работу найдет. А здесь он будет целыми днями бродить по дому и напиваться. Гэри взрослый мальчик и должен жить как все. Привет. Привет. Как поживаешь? Ну что, какие у нас планы сегодня? Мы все организуем у Маккейба. Думаю, отец не был бы против. Там нет кухни, так что придется нам самим привезти еду. Наверняка полуострова приедет. Мне нужно выпить, чтобы выдержать. Между прочим, здесь не так много психов. Что? Я это знаю. Джен. Ясно. Она говорит, вы с отцом работали, и что вы были очень... Извините. Как ты, а? Просто схожу с ума. От этих тупых разговоров с толпой навязчивых незнакомцев. Надо быть с ними милым, потому что они видели отца пару раз, он же мой мертвый отец. Провались они все. Почему гроб закрытый? Это не я решал. Да. Гробовщик сказал мне, что твой отец поступил не в лучшем виде. Типа с ним там что-то произошло. В любом случае, мои соболезнования. Что-то выбрали? Нужна нарезка. Что нарезать? Сыр, ветчины. Секундочку. Сколько ветчины нужно? Сэр,
сколько надо. Все, давай. Извините. Ты куда? Кто так делает? Ты что, издеваешься? Эй! Эй! Ты куда? Эй! А где продукты? Их нет. Издеваешься? Не найдется таблетки от Вилла. Отходняк? Я не знаю. Типа того. И виски. Где еда? Люди голодные. Он не привез. Не понимаю, что с ним такое. Он словно один здесь страдает. Не было никакой причины его убивать. Это несчастный случай. А как же большой дом и участок? Они сейчас пару лимонов стоят, да? Думаешь, это не причина для Гэри? Да, да, речь о тебе, придурок. Что ты сказал? То, что ты хапнуть дом захотел. Заткни свою пасть, Стив. Ради него ты родного отца за борт бросил. Что случилось? Грабли свои убрали! Успокоился? Я слушаю, Гэри. Да. Ладно. Стив хотел писать заявление, но я переубедил. Вот козел. Вы бы слышали, что они не... Слушай, Гэри, я все утряс. Только позвони Неду и извинись. Ты ему нос едва не сломал. А ладно. За тобой сестра приехала. Какая? Добрая. Не мог найти пепельницу. Будь панькой! Я в этом не виноват. Это были похороны, Гэри. Он начал. Мы хоронили папу. Извини. Мэридит Гибсон нас на ужин к себе пригласила. Ясно. Можешь пойти, но только следи за собой. Отвяжись от меня. Джен не хочет, чтобы ты шел. Тогда я не пойду. Я понимаю ее. Она расстроена. Стив обвинил меня в убийстве отца. Что? Сказал, я убил из-за дома. Он так сказал? Я рад, что смог дать ему в глаз. Господи. Сожалею. Я тоже.
Что за дела, Гэри? Что случилось? Спроси у себя. Сколько ты вчера выпил? Это не я. Люди бросают пустые бутылки в ведро. Я не бросал бутылки! Они кидают их на пол! Это дом наших родителей, а не бомжатник! Когда она уезжает в Нью-Йорк? Сегодня. Слава богу. Кто угодно разозлится, увидев такой срач. Она уж точно. Перед смертью мама сказала, что она всю жизнь старалась, чтобы мы ладили. И просила меня позаботиться, чтобы семья не распалась, когда ее не будет. Хватит ссориться с Джен. Дедушка никогда не наказывал дядю Гэри. Когда у меня были проблемы в школе, он мог меня забрать. Бабушка не подозревала. Понятия не имела. Дяде Гэри везло, он был любимчиком. Меня дедушка никогда не забирал. Ты бы его сдала. И что вы делали? Просто садились в лодку и плыли вдоль острова. Иногда мы с ним гуляли по Саконет. Нантакет. Нам нужно ехать, а то паром пропустишь. Знаю. Подвезти? Я отвезу. Давай я. Ладно. Слушай. Сожалею, что вел себя дико и доставил неприятности. Мне просто еще не по себе. Отец был моим лучшим другом. У меня не было в детстве других друзей, да и сейчас нет. Он был для меня всем. Я тоже сожалею. Мы все желаем тебе лучшего. Да. Особенно Одри. Только не садись ей на шею. Ей хватает забот с ребенком. Тебе пора на паром. Я люблю тебя. Просто тебе пора контролировать жизнь. Заботиться о себе. Увидимся. Да, на следующих похоронах. Thank you.
Да. Что произошло с твоим джипом? Привет. Что случилось? Гэри фару разбил, и на бампере кровь. Ты что, кого-то сбил? Это было лень. Сколько пива ты вчера выпил, Гэри? Я не был пьян. Еще раз увижу, что ты употребляешь за рулем, лично привлеку тебя к ответственности, понятно? И меня не волнует, что ты скорбишь из-за гибели отца. Эй, полегче. Я не хочу, чтобы ты по пьяни кого-то убил. Он тебя понял. Что-то еще? Приглядывай за ним. Почему не сказал мне, что сбил оленя, Гэри? Я этого не понял. Ты был пьян? Нет. Гэри? Нет. Не был. Я просто не знаю, что со мной происходит. Попробуй объяснить. Это я виноват. Я в этом виноват. Он разум терял. Может быть, из-за деменции. Он иногда вел себя просто как сумасшедший. Он все путал, терял сознание. Я предлагал ему сходить к врачу, но он не хотел. И запрещал говорить об этом. Не казни себя, это не твоя вина. Одри, никто не был в курсе. А потом он взял и утонул. Ну, а я понял, что надо было сказать об этом кому-нибудь еще. Стоп, стоп. Со мной то же самое. Я выключаюсь. Сознание теряю. То на минуты, то на часы. И ничего не помнишь? Я вчера ехал домой и увидел оленя. И не знаю, как я очутился на лодке, там, где звук слышен. Ты лунатик? Мне страшно. Постарайтесь запомнить три слова. Картофель, пончик, дикобраз. Что? Картофель, пончик, дикобраз. Вы сможете их запомнить? Я что, 4-летний? Мысленно их повторяйте. Теперь рисуйте часы внутри круга. Хорошо. Очень хорошо. Да, я пока что не идиот. Можете повторить эти три слова? Вы меня считаете сумасшедшим? Здесь немного тесновато. Лежите спокойно. Thank you.
Все в порядке? Вы успокоились? Я словно попал в гроб с микроволновкой. Здесь указано, что у вас болит голова. Это как-то связано с МРТ? Понятия не имею. Вы живете на западном берегу острова Блок? Рядом с ветряками? Да. Я как-то говорила с приятелем. Он тоже испытывал что-то подобное. Головные боли, усталость, провалы в памяти. Что было причиной? Случай редкий, но я считаю, что это сверхчувствительность к электроизлучению. Ваш организм не переносит электромагнитные волны. Они действуют на мозг, раздражая его. Ясно. Это лечится? Эта область еще мало изучена, но мой друг почувствовал облегчение, избавившись от электроники и переехав жить в Вест-Гринвич. Это вроде электромагнитной мертвой зоны. Я не намерен переезжать отсюда. Я думаю, вам стоит ему написать. Может, он что-нибудь посоветует? Ну, есть шанс, что переезд... Не продолжайте, поскольку я не перееду. Ветряки пусть перемещают, а я останусь здесь. Можете дать информацию, а лучше номер телефона. Он им не пользуется. В том-то и дело. Верно. Я могу дать его адрес. Если хотите, напишите ему. Я пока что пропишу мягкое успокоительное. Оно хорошо снимает тревожность. Но никакого алкоголя. Это легко сказать. Он должен сам этого хотеть. Это все? Надеюсь, она не создаст проблем. Да, с ней просто. Где Гарри? Я не знаю. Ему нехорошо, он поехал немного проветриться. Уверена, что это хорошая мысль? Нет. Я не знаю. Но что-то ведь делать надо. Я могу остаться, если ты о нем так сильно беспокоишься. Боишься, что он устроит что-нибудь? Он не опасен. Просто он слегка неуравновешен. Он мой брат, Пол. Он не опасен. Люди меняются, Одри. Не кардинально. Происходит что-то травматичное для психики. И вдруг в какой-то момент все скрытое выходит на поверхность. Тебе не нужно самой с этим разбираться. Одри, может, пора обратиться за помощью? Какой? Есть реабилитационные программы в Мэдисон. Психиатрическую клинику я брата не сдам. Но, Одри, это же какой-то сумасшедший дом. Там персонал обучен помогать людям с психическими нарушениями. Дядя Гэри спятил? Я не знаю. Кто-нибудь есть? Есть? Эй, здесь есть кто-нибудь? Гэри? Что ты здесь делаешь? Это все твое? Да. Барометры, барометры, счетчик Гейгера, измерители МВ, есть все приборы.
Это здесь нашли мертвых птиц? Да. Кто-то должен вести наблюдение. Что-нибудь нарыл? Полно странных данных, но еще рано делать выводы. Заметил что-то? Ничего. Со мной что-то не то. В смысле? Меня куча врачей сегодня смотрела. Дело плохо. Это я про остров. Ты в курсе, я в курсе. Я просто хочу понять, что не так. Идем со мной. Здесь что-то странное происходит, и уже давно. Я рад, что ты это тоже понял. Я собираю данные об острове со школьных лет. Федеральные проверки, паранормальные явления, контакты с пришельцами, вся информация имеется. Так что можешь почитать на досуге. А что это? Это распечатки статей с веб-сайтов, что я нашел. О паранормальных явлениях до того, как власти вмешались и отредактировали их. Ясно. Странные дела творятся на острове. Ты хочешь знать правду? Совсем спятил, чувак. А где все мое пиво? Тебе нельзя пить алкоголь, Гэри. Доктор Кок запретил. Пойду Маккейбу. Гэри. Что? Ты лучше поспи или фильм посмотри. Тебе полегчает. Что тебе надо? Пёс! Пёс! Пёс!
Я так больше не могу. Срач в доме постоянный. Ночью шел дождь. Теперь ничего не отремонтируешь. Прости. Снова провал? Ты опять не помнишь, что вытворял? Я пытался это прекратить. Прошлой ночью пропала соседская собака. Ты с ней что-то сделал? Я ни при чем. Ты уверен? Эмили уже поела, она застелит свою постель. Проследи только, чтобы Гэри дом не спалил. Куда ты едешь? За ответами. Я не могу ждать 2 недели письма от этого парня. Это безумие, Одри, ты же его не знаешь. Позвони ему. У него нет телефона. Я съезжу. Нет, Пол, мне лучше самой к нему съездить. Я знаю, о чем его надо спрашивать. Давай все же я поеду. Неизвестно, что может выкинуть этот псих, живущий в лесу. Ты слишком мне дорога, ясно? Сейчас не время говорить об этом. Одри. Слушай, хочешь помочь? Присмотри за Эмили. А я должна ехать. Ладно. Вернусь последним паромом. Чем могу помочь? Вы Кёрт? Кто вы? Я Одри. Доктор Кох дала мне ваш адрес. Я хочу вас спросить кое о чем. Прячьте их. Что прятать? Часы. При вас сотовый телефон. Да. Прячьте в машину. Живо! Ладно. Идете? Да. Войти сюда с сотовым, это все равно, что войти с гранатой. Понимаете? Простите, я могла бы догадаться. Как они? Доктор Кох? Хорошо. Все еще в Бостоне? В Провиденсе. Похоже, мой брат, как и вы, страдает от воздействия электромагнитного... Я не страдаю. Да? Есть проблемы с электроникой, это точно. Я хотела бы больше узнать. Может, вам что-нибудь покрепче? Нет, спасибо. Давайте. Не часто ко мне гости приходят. Знаете, мне жаль... что ваш брат страдает от действия мобильников и электроники. Но это не про меня. Не просто страдает. Он многое забывает. Он делает странные вещи. Впадает в прострацию. Когда это началось? Отлично. Племяшка его обожает. И ты полюбишь. Я пойду к себе. Мульт отличный, я обещаю. Хотелось пораньше лечь. Но зацени хоть начало. Да, посмотри с нами.
что его запускает. Вы о чем? Отчего он впадает в прострацию? Я не выясняла. Что он делает, когда не в себе? Я не знаю. Он все разбрасывает и ломает вещи. А еще? Животные? Продукты? Я вас не понимаю. Его надо забрать оттуда. Так они начинают. Мониторят, что мы едим, с кем общаемся. Потом им нужно больше. Потом требуют кого-нибудь убить. Он его не читает. Странно. Диск новый. Бракованный диск. Ее. Они управляют им. Они вызывают галлюцинации, терзают видениями, требуют жертв. Вы поймите, он сейчас служит им. Кому? Им. Ясно. Я должна ехать. Они хотят чего-то. Что им нужно? Ее. 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 Дядя Гэри, что с тобой? Ее. Тебе плохо? Пойду подышу. Ее. Эй, эй, Гэри, стой! Куда ты собрался? Ну! Гэри! Послушайте меня! Дальше будет лишь хуже. Однажды я пошел на свидание с девушкой, взяв кошку, а на следующий день обнаружил в машине на заднем сиденье бомжиху. Пустите! Они хотят знать, как мы устроены. Они расчленяют нас, а потом опять собирают. Стойте! Вам надо срочно увозить брата, пока никто не пострадал! С ним рядом идет смерть! Вы слышите? Уехал. Я не хотел оставлять Эмили одну в доме. Очень, очень сожалею. Что-что? Что случилось? Господи, Одри, лучше бы я поехал с тобой. Ты уже в полиции? Нет, нет, это лишнее. Я еду домой. О чем только думала эта докторша? Он безумен. Паром еще не отправился, так что я буду поздно. Спасибо тебе за помощь. Вы целы? Боже мой.
Эмили! Thank you.
Эмили. Все хорошо, иди ко мне. Иди. Не бойся. Все хорошо. Все хорошо. Я здесь. Ничего не бойся. Знаю, тебя это испугало. Но большую часть рыбы, что мы достаем из воды, мы через пару дней отпускаем. Мы их просто исследуем. Изучаем их, чтобы им стало лучше. Мы помогаем жить рыбам. Конечно, это звучит странно и страшно. Но, доставая из воды рыбы, изучая их, мы тем самым помогаем остальным рыбам выжить. Мы хорошо поступаем.